и любовь Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Сегодня Православная Церковь почитает память святых апостолов Петра и Павла. Апостолы Христовы, которые распространяли веру христианскую по всему миру, и в честь которых созидались многие храмы, в том числе и наш храм, собор кафедральный Нефтекамский, был построен в честь этих святых апостолов. И как оно бывает всегда, в день памяти святых апостолов мы всегда торжественно проводим службы, богослужения. К нам съезжаются священники со всей нашей епархии, собирается наш благочестивый верующий народ, и таким образом празднуем свой престольный праздник, городской праздник, потому как они являются покровителями города Нефтекамска. Служба начинается литургией, потом у нас крестный ход вокруг храма, молебное пение и, конечно, поздравления нашим детям, которые закончили курсы воскресной школы при Нефтекамском соборе. В нашей школе учатся около 30 учеников, выпускников 8, которые закончили, соответственно, и 9 класс в общеобразовательной школе, и, соответственно, параллельно и нашу Нефтекамскую воскресную школу. Я начала ходить в воскресную школу с 5 лет. Хожу я в нее уже, занимаюсь в ней 11 лет. Сегодня мы выпускаемся, и нам будут вручать грамоты после службы. То, что мы закончили воскресную школу. Начала я ходить в нее, потому что сначала пошла моя младшая сестренка, и как-то ее бабушка взяла меня с собой на занятия, и мы там рисовали. Мне очень там понравилось. Изучали катехизис, Ветхий Завет, Новый Завет, основы православного христианства, литургику. И самый запоминающий момент был, когда к нам воскресную пришел первый раз владыка Амбросий. Вот. Мы перед ним выступали, мы все так боялись, но потом он сначала смотрел на нас так, и нам всем казалось, что ему мы не понравились. А потом, когда он начал говорить, то, что ему очень концерт наш понравился и подарил нам иконки Божьей Матери, у нас как, ну, камень с души упал. Я 9 класс закончила, думала еще 2 года поучиться и идти, ехать в Самару в духовную семинарию. Я как бы думаю, то, что еще 2 года здесь, если буду, я все равно буду навещать нашу воскресную школу, наш приход. Мы им вручим свидетельство об окончании воскресной школы, а также они вступят в молодежную организацию при нашем храме.